Добавленный коралл. Коралл этот девятый. Он очень удобный для работы, я скажу вам. Почему? Потому что именно девяточка, она занимает очень мало места. И, во-первых, я в ней очень привык работать. У меня есть и 15-й, и 16-й, как вы заметили на мониторе программы. Но я работаю и привык в девятке. Оно, у него очень маленький ресурс, 286 мегабайт всего. То есть, а функции, которые она выполняет, практически те же самые. То есть, при открытии программы у вас загорается вот такой вот интерфейс. Вы нажимаете New Graphic, это новая графика. И у вас будет вот такое вот поле. Но это поле, я хочу сказать вам, это не есть готовность к работе. Давайте я вам приведу маленькое сравнение, прежде чем настроить Coral. На таком вот небольшом примере, вот вы сейчас видите на мониторе подготовка программ, я специально вот поставил два, будем говорить, один уголок сапожника, вот он находится вот здесь. И второй вот инструментальщика слесаря. Вот у многих у вас есть гаражи, мастерские, вот, и вы любите так, чтобы весь инструментик у вас находился в определенном каком-то месте. Давайте вот я приближу немножко ближе, вот здесь вот так вот будет хорошо видно. Вот вы видите, что топорики отдельно, ножички отдельно, ключики вот здесь в нижней части, вот молоточки лежат отдельно. На этот лопатка какая-то висит, пилочка, все. И вы при работе знаете, что в каком месте у вас должно лежать. Точно так же любая программа требует настройки. То есть у вас в определенном месте должны лежать определенные инструменты. Итак, переходим опять на чистый документ нашего Corel установленного. И я покажу вам, как правильно настроить эту программу. Здесь вот есть докера, которые вот, видите, линзы, стрелочки, которые уже установлены стандартно. Шрифты, заливки, абресы, импорты, экспорты, они есть стандартно. Мы сейчас вот в эту область, вот чистую область, установим те докера, которые нам будут необходимы для работы и для обработки векторов. Для этого нам нужно подвести стрелочку.